пройдешь. Равняйсь! Смирно! У меня есть хаска, ее зовут Липси. Короче, Липси-хаска. Интересно. 5. Мое домашнее животное — это младший брат. Он гавкает и кусается. Поставлю 5 за солидарность. Молодец, держится, девчонка. Однажды мы завели попугая, но в Новый год пьяный отец научил его материться. Мама со словами «второй матершинник в семье нам не нужен» выгнала его из дома. Кого, батю, что ли, отца или попугая? Зачем попугая-то выгонять? Я бы нашла общий язык. 3. Всей семье. У нас в семье питомец окружен теплом и заботой, лаской и нежностью. Спасибо тебе, удав манекен, за то, что ты есть. Мы тебя любим. Господи, как трогательно. 5. Какого числа в этом году празднуется 8 марта? В смысле? 8-го? Не, в этом году. А, в этом году. 9-го. Айфон. Айфон. Вау, айфон. Теперь послушай меня. Завтра выходишь ты из дома. Не имеет значения куда. Тебя машина сдавит. Потом будешь обращаться, будет поздно. У тебя переедет завтра машина. Ну, приношу свои соболезнования твоим близким, родителям, маме твоей, бабушке твоей, которая умерла уже давно. Ну, посмотрю, что с тобой будет. Дурочка, ты зря ты позвонила мне. Вот зря. И зря тут это все сделала. Понимаешь? Очень зря ты это сделала. Я тебе уверяю. Я ничего больше не буду говорить. Жди ответа. Блин, у меня собака умерла. Ну, бывает. А ты чё так со мной сухо разговариваешь? Андрей, он вообще не догоняет. Я догоняю. Понятно все с вами, пойду курсач делать. Блин, ноут подвис. Обращусь в поддержку. Сейчас я ворам перебой сети. Боже, дай мне сил, дай мне знак. Тимур, есть что-нибудь похавать? Сейчас в холодосе посмотрю. Блин, ничего нет. Блин, ну как всегда у тебя нету похавать. Братуха, не кипятись, пожалуйста. Мое мужское имя. Миша. Саша. А самое плохое? Дима. Срочно приезжайте, ваша теща в бассейн с крокодилами упала. А мне-то зачем приезжать? Ваши крокодилы — это ваши проблемы. Сами их и спасайте. Хорошие. Да я за молоком пришел. Вы напрасно стараетесь, ничего не получится. Почему? Да ведь это же бык. Ребят, жены не было 2 недели дома. Решил прибраться перед приездом. Вот вынес мусор. В основном одни бутылки. Помыл посуду. Кастрюлька из-под пельменей. Рюмку помыл. В эти комнаты я даже не заходил. Тут чисто. Отсюда вывод. Срач в доме устраивает. Женщина. Ой, какая идет. Хорошенькая. Девушка, а вам куда? А вот соседнее село. О, и мне туда. Правда? Да, давай на перегонки. А как вы знаете, из второго закона Ньютона сила равняется произведению М на Ж. Пишу, бля, заявление. Прошу уволить меня по собственному желанию с сохранением заработной платы. Не уволили. Нет, да, не. Сохранение нет.
понятно. Чё? Кто встречает? Мы с Даней? Ребят, вы чё, совсем? Да мы вам сказали, вы чё, мы просто общаемся. Ну, ребят, Дань, скажи им. Фига, Даня, чё, так быстро стол отремонтировали? А, да нет, да я тут не была. Мне просто Даня как-то раз скинул фотографию, что у него стол сломан. Что за бред? Дань, а можешь, пожалуйста, показать, где у тебя тут туалет? Ну, мы же не проводишь. Спасибо, Данечка. Чего вы меня так смотрите? Скажите, пожалуйста, какая вам больше всего нравится музыка? Музыка? Да. Рок-н-ролл. Любите танцевать? Да. Потанцуете? Потанцевать. А что, да? Давайте. Давайте. Дайте я пакетик положу. Как что вам нужно, хлопать? А? Хлопать вам как нужно? Вам а как вот рок-н-ролл танцует, так и танцуете, да? Да? Я могу вот так. Ох, как вам? Замечательно. Вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай. Обана, обана. Чичуваня, хопана, Ирина Батона. Жена купила вот такую вот штуку. Я вот сижу теперь, думаю, я буду вкусно кушать или хорошо себя вести?